Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Иван Заря очень разочарован. София Вермут не ушла за ним с проекта, а он до последнего верил, что у них настоящая любовь. «Видно, захотелось девчонке славы и публичности», – пишет Ваня. Иван и другой бывший участник проекта Илья Грин создали дуэт. В этой паре Илья – диджей, а Заря – ведущий. Они хотят отправиться на гастроли по городам России и с нетерпением ждут наших предложений. «Саша Гозиас не смогла улететь домой к дочери. Это просто кошмар», – пишет Гозиас. «Нас посадили в неисправный самолет. Мы пытались взлететь, но двигатель не тянул. Я отказалась лететь через эту компанию». Егор Халявин продолжает преображаться. Он сделал себе еще две пластических операции – ринопластику и блефаропластику. Он уверенно движется к своей цели и совсем скоро превратится в настоящего Кена. В сети появилось откровенное видео новенькой участницы Дарины Маркиной. На видео Дарина позирует в самых вызывающих позах, правда нижнее белье не снимает. В сети появилась ужасная новость, якобы бывшая участница Дома-2 Софья Ангел прыгнула с парашютом и насмерть разбилась. На самом деле с девушкой все в порядке, она говорит, что просто взломали ее инстаграм. Многие считают, что София сама решила так привлечь внимание к себе. Вика Комиссарова и Антон Шоки были на свидании. Многие считают их пару неинтересной, ни о чем. У них чересчур все наиграно. Непонятно, зачем организаторы так стараются для этой пары. Делают им свидания, ролики, доставляют цветы. Марина Африкантова рассказала о том, как она чувствует себя на проекте, оставшись в одиночестве. «Я привыкаю к свободе. Живу в отдельной комнате, в общем доме. Хорошо общаюсь с коллективом. Ко мне уже проявляют интерес молодые люди». А мама Марины уверена, что девушка нравится Ване Барзикову до сих пор. «Он для нее делал такие красивые клипы», – пишет Татьяна Владимировна. «Он ей готовил и обожал ее». В конце марта все возвращаются на поляну. И наверняка Барзиков будет ухаживать за Мариной. Вика Романец ответила на вопросы в прямом эфире Инстаграма о зарплате на проекте. Ей платили 88 тысяч рублей в месяц, а Андрей Черкасов получал максимальную зарплату – 150 тысяч. Вышел дебютный клип Ольги Бузовой на песню «Привыкаю». Клип пользуется популярностью. Меньше чем за сутки он набрал 1 000 000 просмотров. Теперь певица Бузова будет готовиться к выпуску своего первого альбома. Интересно, что тексты к песням Бузова писала не сама. По ее словам, каждый должен заниматься своим делом и делать то, что умеет лучше всего. Звезды Дома-2 посетили модный показ Беллы Потемкиной. На нем традиционно собираются все ее подруги из мира шоу-бизнеса. Там можно было увидеть Ксению Бородину, Дарью Пынзарь, Алену Водонаеву, Елену Бушину и других. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.